Ну, сегодня ребята молодцы. Мы нашли те слова, наверное, которые сегодня дошли до них. Вот. Сегодня мы с утра, у нас был разбор игры вчерашней. Вот. Понимали, что игра будет идти до момента, когда, допустим, нужно повести в счете, и соперник применит то оружие, которое в этом сезоне будет приносить дивиденды. Игра с пятым. К ней тоже готовились отдельно, потому что действительно поставлена игра о прогрессе. И мы старались эти моменты учесть и не дать возможность сопернику сократить расставание в счете и, соответственно, получить уверенность в дальнейшем. Поэтому считаю, что мы выполнили свою установку, сыграли строго, ребята молодцы, движемся дальше. Вот. Но пока у нас проблема вот, спаренных матчей, мы не можем пока первый матч сыграть на том уровне, на котором проходит второй. Поэтому есть о чем работать. Вот. Прогрессу пожелаю удачи в дальнейших матчах. Если они будут. Надеюсь, будут. Спасибо.